Мы точно вспомнили все части ритуала? Уймись уже, наконец. Не сомневайся. Если умрет наше дитя, я тоже. Нет, мой лотос, не говори об этом. Я отправляюсь к дому провидца. Не трогай меня. Жрец. А, Баек, ты прости, я... Я ищу ящерицу. О, ящерицу? Еще одно несчастье Мемфиса. Город стонет под тяжестью проклятия. Болезнь, гниение, тлетворное зловоние. Бык обезболен, он умирает. Боги нас покинули. Люди ждут от меня помощи, но я и сам брожу во тьме. Паш! Апис, что же мы сделали не так? Паш! Проклятье коснулось и моей семьи. В этом году трое наших детей погибли еще до родов. Жена опять на сносях, но если умрет и этот... Я займусь этим проклятием. Нам поможет провидец. Его дом на юго-западе. Если это воля богов, я приму их наказание рядом с тобой. Расти же, свет! Приди же, свет! Мое дитя! Наконец ты пришел! Кто это такой? Это Избавитель! Долгие годы я ждал его! Что? Ты спаси мое дитя от верной смерти! Давайте начнем ритуал! Принеси мне котел! Я повелитель того, что скрыто! Бесплотный дух, что парит в вышине. Сотис, сегодня я взываю к тебе. Ответь мне, ничего не скрывая. Пусть твои глаза увидят. Лишенный влаги, да выйдет сюда. Сотис, да откроются их глаза. Да откроются твои глаза. Что это за проклятое место? Да вот раньше надо было думать об этом. Зачем надо было пить непонятно что из той чаши? Ну, теперь давайте будем куда-то бежать. Нужно идти, или я сгину в песках. Кто это там? Что это? Вроде гробница? Сейчас проверим.
Пипец. Пожиратель душ. Нет, ну как бы то ни было, нам все равно придется идти. Опять змея эта. Ужасно. О, вы вечные стражи, что хранят врата. Те, кто пожирают души мертвых и поедают их тела. Я долго шел сюда. Я повидал многое. И теперь я один из вас. Анубис, царь мертвых! Может, старик меня отравил? Да! Вот так тебе! И опять нас пытаются отравить вот этим ядом змеиным. Яд очень тот, жестким. Кто прогонит разрушителя. Давай еще. Вот так. В голову, конечно, получше получается. И нужный эффект быстрее достигается. То есть намного больше получается урон. Ты не сожрешь мое сердце! Он слабее. Так, ты где? Ты где? Ты где? О, да! Ра, защити! Беру свой лук и пускаю стрелу в небо. Очень хорошо, друзья, то, что у нас все-таки восстанавливается здоровье, потому что так у нас, конечно, шансы повышаются многократно на победу. Ибо я тот, кто вяжет узлы и хранит святилище. Я тот, кто прогонит разрушителя. Так, вижу тебя. Больно? Вот и слабо. Да. Змеюка. Мое время не пришло. Опа.
Мне почему-то кажется, у нас здесь как-то пободрее все идет. То есть как-то больше урон, что ли, получает эта змея. Познай ярость бога солнца! О, да, я тебя нашел. Ну чё, неплохо. Вернись в море хаоса! Оп разрушит Дуат. Поищу твердую землю. Где ты? Ну чё, буквально несколько выстрелов и до свидос. Нет, я не отправлюсь в долину тьмы. Око Ра направит меня. Теперь ты падешь. Умри, пожиратель! Я прошел через гробницу, через тьму и мрак. Спаслись от того, кто призывает тьму. Мой ребенок жив. Хвала богам. Что ты видишь? У вас с ней один и тот же враг. Не ешь пищу из храма. Готовящий ее травит твое чрево плотью мертвых. Иди. Убей отравителя! Избавь Мемфис от его черных дел! Хвала тому, кто спасет всех нас! Айя! Любимый! Как ты? Как же я рад тебя видеть.
Что-то странное есть в твоем взгляде. Что мучит тебя? Сны. О сыне. Баек. Жену верховного жреца отравили. Провидец считает, что ее отравил наш враг. Ящерица? Думаю, да. Жизнь быка Аписа тоже висит на волоске. Отправимся в храм. По пути сможем поговорить о твоих снах. Идем, возьмем лодку, так быстрее. Ну, расскажи, каково это быть Меджаем всего Египта? Порой это все равно, что следить за муравейником. Но я рад помогать людям. Я тоже. И рада, что служу царице. Говорила с верховным жрецом? Да, рассказала о прибытии царицы. Она едет в Мемфис? Да. Изгнанница возвращается в сердце Египта. Это насторожит Птолемея. Как я счастлива тебя видеть, Баек. А я? Только ты еще греешь мое сердце. Будь рядом со мной. Но я обязана служить царице. А как же мы? Наши узы прочны. Но мы оба видели, что сделал Орден. Мы можем бороться плечом к плечу. Я обещала царице. Почему она так важна для тебя? Она поднимает мой взор к небу. Я буду помнить о нашей утрате. Вечно. Но я должна создать мир, далекий от бед и скорби, чтобы ни одна мать никогда не страдала так, как страдала я. Я убью ящерицу и... Когда ты убьешь ящерицу, я покину Мемфис. И я за тобой. Поохотимся так же, как раньше. Ты говорил, что твой разум тревожит сны. Хочешь о них рассказать? Нет. К чему тебе тревоги? Но когда-нибудь мы поговорим о них. Позже, когда все уляжется. Когда все уляжется. И когда же? Скоро, надеюсь. Итак, мы с вами ищем загон быка Аписа. Ну и, конечно, при самом хорошем раскладе нам нужно быстренько отыскать отравителя. С чего начнем? Пойди осмотри храм, а я поговорю со жрицами. Конечно. Грязная работа мне. Итак, здесь нужно произвести расследование. Лучший выход насквозь. Косточки. Отцовская скотина от них дохла. Нужно обыскать место, где хранится корм. Я найду тебя, отравитель. Эй, ты кормишь быка? Нет. Этими делами занимаются жрицы-близнецы. Не знаешь, где хранят его корм? Вон в том доме, возле лестницы. Но его закрыли неделю назад, когда бык заболел. Спасибо. Бык мог заболеть, отравившись кормом. Но наверняка я не знаю. Нужны еще зацепки. Пища для быка. Остальная, наверное, в этом сарае. Косточки. Если быка Аписа кормили ими, ясно, почему он болен. И ожерелье. Я помню, на одной из жриц было похожее. Посмотрим, может, у второй нет украшения на шее. Приветствую. Так я и знал. У одной из жриц нет ожерелья. Давно вы служите в этом храме? 2 месяца, с тех пор, как избрали быка. Хитрый способ отравить животное. Сестры, я уверена, это случайность. Одна, может, но не Бушель. Мы спасали Панкрата! А? Кого? Нашего брата! Злодеи похитили его, когда мы зашли на рынок. Они велели нам отравить бога. Грозили скормить брата крокодилом, если... С тех пор мы не можем сомкнуть глаз. Мне так жаль. Но как иначе? Мы бы...
что-то не так. Это не проклятие. Это явно дело рук Ордена. Иди в храм, Хатор, без меня. Я не могу оставить жриц. Говорят, в храме Хатор есть призраки. Будь осторожен. Да, конечно. Байк привык к призракам. Итак, ищем брата-близнецов Панкрата. И нужно спасти его. Окей. Так, давай-ка переберемся. Что там у нас? 200 метров, да, получается? Ну, это прям совсем недалеко. Так, давайте отыщем цель. Ну где ты, где ты, где ты, где ты? А, вот и цель. Теперь остается понять, с какой стороны нам с вами лучше зайти. Так, ну давайте заберемся наверх, а там будет виднее. Итак, вижу двоих. Замечательно. Отпустите! Мои сестры ждут моего возвращения! А меня девки в таверне дожидаются. Но их сегодня тоже никто не осчастливит. Вы разучились проявлять сочувствие? Мне вас почти что жаль. Это ты, Панкрат? Да. Боги прислали храброго воина спасти меня. Ты ранен. О, да. Я донесу тебе. Да, за пленников мы получаем дополнительно 100 единиц опыта. Это что, мне, что ли? Так, давайте вот сюда. Расскажи о похищении. Не хочу говорить об этом на людях. К тому же, от боли я совершенно лишился сил. Отлично. Так, ну подожди, может быть, уже спокойно можно спуститься? Чё нам переживать-то? А, нет, нифига себе! Нет-нет-нет. Давайте вот сюда. Так, ладно, давайте покинем эту зону. Ну, это, кстати, может быть и обычный стражник, который просто заподозрил что-то неладное. Но, тем не менее, нам остается нести эту тушу еще 120 метров. Вот эти, главное, чтобы не заметили. Ну да, вы скажете, можно было, конечно, и на лошади, но так, по сути, просто будет все надежнее. Ну и все, мы с вами практически прибыли на место. Осталось предъявить Панкрата сестрам. Давай поговорим. Не хочу посвящать сестер в детали моих злоключений. Ладно. Похитить меня приказал жрец Анубиса из Великого Храма. Это человек Пашерент Птаха. Где его найти? Он носит синий шарф и жутко кашляет. Ящерица. Он заплатит. Панкрат! Ты ранен? Они тебя били? Меня связали. Давали немного хлеба, будто нищему. Ну? Похоже, ящерица.
И мне снова придется обогреть руки кровью жреца. Орден повсюду. Чтобы защитить Египет, я готова убить и тысячу жрецов. Мы с тобой избрали насилие. Раз и навсегда. Расскажу по Шеринптаху. Он во дворце. Здесь рядом стоят лошади. Чего же ты ждешь, любимый? На перегонки, как раньше, в Сиве? А, если готова проиграть... Каков болтун! Ты возьмешь свои слова назад. Догоняй! Да блин, давай! Каков приз за победу? Ты никогда не узнаешь. Ты медленнее Рамзеса, а он уже пару лет как мертв. Ты скоро отстанешь. Правда? Ну, быстрее, быстрее. Я должна ему доказать. Похоже, я все-таки победил. Похоже, так. А, у всех свои слабости. Да. У тебя, например, к бахвальству. Что еще за шум? Царица будет говорить. Идем послушаем. Пока он правит, боги проклинают нашу землю. И не позволят Нилу разлиться. Но когда богиня во плоти займет место на троне, воды вновь поднимутся. Верьте мне, и Мемфис воссияет, как рубин в обрамлении золота. Верьте мне, и Египет возродится! Их нельзя терять. Для них я должна оставаться богиней. Царица, скажите, бык Апис все еще болен? Мы нашли причину болезни. Он отравлен. Кто это сделал? Жрицы-близнецы. Приказываю сварить их заживо в бронзовом быке. Прошу, нет. Их заставили. Их брата похитил жрец Анубиса в синем шарфе. Кашляет. Хетепи? Ну это же мой ближайший советник. Не стоит слепо верить тем, кто живет в твоей тени, жрец. Даже Хетепи против меня. Твоя семья была в опасности. Но это позади. Верь, мы справимся. Жрецы Анубиса будут проводить обряд в Великом Храме. Ищи их маски. И мой клинок найдет свою цель. Ай-яй, нет. Дай я. Мне все равно, кто убьет Хетепи. Он должен быть мертв до нашего отъезда в Гераклеон. Стой! Да вдохнет Птах-отец силу в твои руки. Нет, ну силища у нас в руках и так достаточно, поэтому нам даже не стоит в этом сомневаться. Итак, Хетепи среди жрецов. Он носит синий шарф и часто кашляет.
И так как у нас нет никаких проблем в том, чтобы опознать цвет шарфа, то я думаю, что с целью мы с вами разберемся очень-очень-очень быстро. Это его и зачем в этом городе жрец Анубиса? Ну, еще один жрец Анубиса. Должен умереть лишь один жрец. Ошибиться нельзя. Но это то же самое, что перепутать синий цвет с красным. Навряд ли мы с вами ошибимся. Итак, какой цвет? Нет, это не он. Ну, это, конечно, похоже на синий. А это какой цвет? Серый. Кашляй, кашляй, кашляй. Нет? Печально. Вот здесь у нас еще двое. Ну, это зеленый. А вот он, синий. Что? Ящерица! Жрец, проклявший Мемфис! Я чту традиции Египта. Цена слишком высока. Люди страдают. Дети гибнут в утробе. Имя Верховного Жреца опорочено. Его имя давно пустой звук. Все люди всего лишь божий скот. Их нужно подгонять кнутом. И ты один из них, Байк. Ты глупый зверь! Меня ведет воля. Не страх. О да. И кто же охаживает кнутом тебя? Кто повелел тебе лишить меня жизни? У меня мои боги. Узри своих. Царица, они лишь хотели спасти своего брата. Теперь с проклятиями покончено. Хетепи. Что довело тебя до этого безумия? Мемфис снова твой. Наш. Раз со злодействами покончено, можно готовиться к фестивалю Абиса. Пусть демоны сожрут Кахетепи. И пусть убийцы Хему последуют за ним. Мне больно уходить от тебя, но я пойду одна.
Ая. Я выполню свой долг. И куда он ведет тебя? На север. Поджечь море. Я буду верен тебе. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. А пока пусть эта ночь будет нашей.